Здравствуйте, с вами Техника здоровья и я Ольга Лебедь. Сегодня я расскажу вам про дегидратор фирмы Леквип. Это, в принципе, единственный дегидратор с инфракрасным нагревателем. Называется он IRD5, повторюсь, фирмы Леквип. Фирма южнокорейская, на рынке она представлена более 20 лет, то есть это такой хороший, серьезный бренд, хорошо продается в Европе под этим же названием. Чем прекрасна данная модель? Ну, сразу скажу, что это такого дизайна футуристичного, современного нету, то есть не с чем, в принципе, его сравнить. Это один из самых красивых дегидраторов и плюс еще один из самых бесшумных. То есть, ну, такая... Это для тех, кто любит инновации и самые такие последние разработки. Чем она хороша? Что помимо дизайна имеет три функции сушки. То есть есть режим сушка на солнце, как раз когда включается дополнительный инфракрасный нагреватель. То есть получается, что энергия не тратится на нагрев самого воздуха камеры, а сразу идет именно на продукт и имитирует полностью солнечные лучи. Этот режим сушки рекомендуется больше для, ну, то есть высокотемпературных таких, для очень сочных каких-то продуктов, либо для мяса и рыбы. Следующий режим – это режим в тени. То есть это такой традиционный, когда просто идет нагревательный элемент обычный и обдув, конвекция. Там можно сушить на низких температурах, либо его уже используют как раз те, кто находится на сыроедении. То есть на низких температурах можно сушить. И еще один плюс большой, здесь есть режим авто. То есть встроенный, благодаря встроенному датчику влажности, он сам считывает, сколько, когда ему отключиться. То есть, когда в продукте остается менее 3%, ну, 3% влажности, то он автоматически выключается. Это, конечно, вещь незаменимая для занятых людей, забывчивых там, и так далее. Либо когда вы уходите на работу, можете спокойно оставить. Он сам, то есть при помощи как бы вот этой умной функции, сам отключится. Вот этот встроенный датчик влажности. Укомплектован он 5 поддонами, 5 лоточками из нержавеющей стали. Здесь тоже крышечка из нержавеющей стали. Очень все прям достойно, красиво. Если мы вынем лоточки, то можно использовать всю поверхность, например, для расстойки теста или приготовления йогурта. То есть вы можете что-то поставить, как раз то, что вам надо настояться. Также можно делать и творог, и как бы, ну, всю кисломолочку. Внизу еще имеется вот такой вот симпатичный поддон для, ну, крошек, капель, и чтобы просто сохранять дегидратор в хорошей форме. Листы к нему идут отдельно. Вот такие силиконовые листочки, они продаются отдельно. Собственно, тоже это фирмы Леквип. Можно вот так разложить по два и делать пастилу. Они не сильно высокие, но, в принципе, этого достаточно. Также из больших плюсов, то, что есть в этом дегидраторе, это съемный фильтр сзади. То есть, когда воздух гонится, он защищен дополнительным фильтром. Как раз от пыли, от каких-то мелких там мошек и так далее, если он у вас находится на улице. И его можно периодически, он очень легко снимается. То есть, вынимаете и просто можете под краном помыть. Также прибор комплектуется еще прихваточками, вот такими силиконовыми, очень симпатичными. И очень подробные инструкции на русском языке. Встроенный таймер рассчитан на время от 1 часа до 99. Причем вы можете, если вам нужно больше, можете удлинить его. То есть считается, что как бы можно до бесконечности это сделать. Мощность у него 500 Вт. Ну, на самом деле нормальная мощность как бы для такого объема дегидратора. Для кого он подойдет?
Ну, безусловно, наверное, для людей, которые, в принципе, хотят использовать его как полноценный бытовой прибор дома, круглогодично. То есть для каких-то заготовок на дачу, не знаю, возить в большие объемы, ну, конечно, нет. Он настолько красив, изящен и просто так с этим космическим дизайном, что, конечно, он займет достойное место в кухне, в красивой кухне, впишется и будет. То есть им надо пользоваться каждый день, красиво наслаждаться. То есть это для тех, кто занят и хочет использовать, ну, более современные уже методы готовки и оздоровить свой рацион. Вот это точно будет такой идеальный вариант для самых-самых привередливых эстетов, наверное, тоже. Ну, на самом деле, все. С вами была Ольга Лебедь и Техника здоровья. Ждем вас на нашем сайте technika-здоровье.рф, либо в нашем шоуруме в Москве по адресу Алтуфьевское шоссе, дом 1, офис 111, и где вы можете воочию на все дегидраторы наши, не только на них, посмотреть. Всем здоровья!